Десятки энтузиастов и энтузиасток приняли участие в 8-мартовском забеге в столичном парке Валя-Морилор. Протяженность маршрута 5,10 километров. С погодой бегунам повезло. Ярко светило солнце, ну а холод всех только взбодрил. Поддерживаем нашу спортивную культуру в Молдове. Чувствую себя хорошо. Это придает силы и уверенности в том, что мы преодолеем все испытания, которые нам даются. На финише участницы забега встретили аплодисментами, цветами и медалями. Отметила праздник весны с большим удовольствием. Когда мы бегаем, мы счастливы. Организаторы забега отметили, что с каждым годом на старте все больше женщин, причем самых разных возрастов. У нас есть несколько женщин за 60, очень энергичные, активные, говорят, что спорт изменил их жизнь, и они участвуют во всех мероприятиях. Вот и Елена Тародий открыла в себе страсть к бегу в 60. Теперь она не мыслит себя без пробежек, и новые маршруты покоряет не только в Молдове, но и в Румынии. Стараюсь участвовать во всех забегах. Мне это очень нравится, и я всем желаю. Не стойте на месте. Двигайтесь как можете, пешком или бегом, но только двигайтесь.